сегодня, забегая вперед, скажу, что возможности скоростные, вертолет ансамбль, ты это увидишь в сражении с заряженными такими спорткарами, автомобилями. А это сражение скорости развернется здесь, на взлетно-посадочной полосе. Собственно, добавлю, что вертолет «Ансамбль» отличается самой большой кабиной в классе и возможно быстрой трансформации компоновки салона. Широкая смешная дверь и большой объем салона позволяют комфортно перевозить до 8 пассажиров и размещать максимум оборудования в специализированных вариантах исполнения. Вот пилотирование выполняется на разгонном скорости на данном вертолете. Прекрасный пилотаж, такой прекрасный день. Вот вы видите, уже благодаря интеграл машинам и вашим аплодисментам, мы видим уже немножко прекрасного голубого неба, дорогие друзья. Я думаю, скоро будет уже и солнце на нашем прекрасном салоне, несмотря на прогноз погоды. Прогноз можно изменить. И давайте вместе поднимем руки в полет. Потемножку становится летающей партой для двух набранных курсантов Сызранского военного авиационного училища летчиков. Я думаю, он станет основным учебно-боевым вертолетом Министерства обороны Российской Федерации. По отзывам курсантов, проходящих уже на сегодняшний день обучение на этой машине, вертолет легко осваивается с хорошими результатами. Вот поклон, дорогие друзья, выполняет экипаж. Летчики видят вас, просят поаплодировать, поприветствовать. Еще это только начало, да, это только разогрев такой вот. А уже обратите внимание, как разрушается область на наших глазах. Ну а сейчас благодарим отца, легкий многоцелевой вертолет. И в дело вступает, так сказать, тяжелая артиллерия, в том числе и для, ну если так можно выразиться, для работы.